ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет видео-покупочка теннисистской прогулочной лошади для аккаунта Hina Westline. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Hina Westline уже обновленный персонаж, девочка-индеец, ну, я думаю, по ней видно, которая живет на ранчо Старшайна. И спустя очень долгое время мы решили, что ей нужна теннисистская лошадь. Особенно сейчас, когда у нас появился летний лагерь Вестерн, и нам очень часто приходится кататься в горы для добычи золота и поиска золотых жил. Так что да... Сейчас мы будем думать, какой же все-таки масть взять и теннисица, потому что я до последнего не то, что ей, да и себе не знаю, какую масть теннисица брать, поэтому будем думать. Небольшая информационная справка. Hina всегда, прям буквально практически с самого создания, для меня в голове была девочка-индейцем, у которой должны быть все скуплены две породы. Это Апалуза и Пейнт Хорсы. Но время шло, у нее появился лайв, была куплена первая лошадь Пейнт Хорс, потом Апалуза. И как-то после этого я поняла, что я не хочу заставлять всю ее конюшню одинаковыми породами, то есть там все пейнты, все Апалузы. И я купила после этого только новую Апалузу Галактику, потому что я считаю, что ее масть это прям идеальный стандарт Апалуз. И также магического Пейнт Хорса, у которого просто очень шикарная городская масть. Ну и так как все-таки мы любители-хранители старых пород, я ей скупила еще и пегих старых лошадок полторашного поколения, которые у нас убирали. Так что да, в принципе, на этом все. И сейчас, именно во время этого фестиваля, я поняла для себя, что ей, так как она живет на ранчо и все-таки занимается вестерном, катается по горам, а так как она индейец, она обожает именно прогуливаться по природе, ей просто необходим теннисиец, так как у него есть особая походка для более удобного передвижения по горным склонам. После долгих размышлений, выбора мастей, я решила, что Hina нужна гнедая. И вначале я хотела назвать эту лошадь на русском, но в итоге решила перезайти и назвать на английский. Это взрослый будет жеребец Red Rock. Я вначале хотела назвать его немножко по-другому, но знаете, когда начинаешь копаться непосредственно в именах, оно приходит само, появляется то самое подходящее имя. Так что, да, теннисийский жеребец, взрослый Red Rock. Итак, вот такой вот, кстати, гривий. Покупаем. Да-да-да, покупаем. Здравствуй! Какой ты шикарный. Я надеюсь, что благодаря тебе я изменю свое мнение о теннисицах на основном аккаунте. Потому что у меня есть уже 3 аккаунта в общей сумме, получается, с теннисицами. И ни одного теннисица на основе. Потому что восприятие у меня на каждый аккаунт отдельное. И вот пока что, да, мне его на основном аккаунте нет. Итак, давайте посмотрим, как же он смотрится. Ай, да, конечно же, пустая, никого сортировать не надо, вот он стоит, мой хороший, как, слушайте, очень красивая масть, и вот насколько масть меняет восприятие породы, и в особенности, кстати, хочу сделать вам такую полезную подсказку, если вы сомневаетесь насчет какой-то лошади в ССО, советую пойти посмотреть видео с этой породы в реальной жизни. У вас могут быть двоякие ощущения, либо вам она очень сильно понравится после этого, либо она вам вообще не понравится, и вы не будете ее покупать.
Ой, здравствуй, мой Red Rock. Какой ты... Ой, прям... Ну, я не знаю, вот что-то в нем такое есть, горное, прям... Так, погладим, кое-как криво-косо, но погладим. Очень нравится эта грива, и вот как раз когда я посмотрела фотографии и видео настоящих лошадей данной породы, у них вот такой типаж гривы чаще всего присутствует, причем, ну, не специально оно само так растет. Давайте мы его не, мой, немножко, да, губку показал, мы немножко его прокачаем, чтобы у нас был максимально скоростной, скажем так, лимит, а то первого уровня мы не сможем быстро бегать. Да, опять лагающее яблоко, которое все еще не починили, к сожалению. Так, сразу еще и водичку. Сделаем полный ход, несмотря на то, что у меня в конюшне куплен конюх. Сейчас это позволяет нам прокачать лошадку максимально быстро до первых трех и даже пяти уровней. Вот мы уже второй получаем. Так, давай. О, ну слушайте, я вот сейчас я прям безумно влюблена в эту породу. Да, прям это очень-очень сильно. Так, и давайте мы наконец-то оденем на коня нашего снаряжения. О боже, стремена куда? Стремена просто улетели куда-то в подземное царство. Причем на всех седлах, не только на этом. Надеюсь, когда я сяду верхом, это избавится, и все будет нормально. Как бы все станет на свои места. Так, какую бы уздечку на тебя надеть? Так, может быть... О, это оно. У меня все лошади на этом аккаунте носили эту уздечку по очереди, но ты... Все, она твоя. Она твоя по праву. Ой, как хорошо сидит-то. И седло, и вот это вот вальтрап, и уздечка. Нагавки я надевать не буду. Я пытаюсь себя отучить от привычки надевать нагавки, так как я все 6 лет их носила, и бинты, и нагавки, а сейчас я перешла больше на реализм и пытаюсь себя отучить от этой не очень хорошей привычки везде и всюду обувать, скажем так, своих лошадей. Так, ну, надо и на персонажа что-то подходящее найти. Может быть, сумку, кстати? Да, я забыла, тут все по-другому, это ж не основа. Ну, давай вот эту коричневую сумочку и давай яблоки. Давай, допустим, ты будешь любить яблоки, хотя... Или вот эти губочки, щеточки. А, нет, мы же будем кататься в горы. Нам нужен набор путешественника. Да, вот подзорная труба, записочки, это нам подходит больше. И я с этим яблоком в руках. Но очень красивый. А хвост какой длинный, прям изящный. Так, ну что ж, вот мы оказались в бочке. Давайте посмотрим его анимацию, а то я это вот так редко делаю. Вот так красиво мы шагаем. Очень аккуратненько, но при этом не вяло. Мне это нравится, а то у некоторых лошадей шаг на первом уровне такой прям вялый, медленный. Нет, здесь с этим проблем нет, тут все хорошо. Челка у нас, правда, иногда сквозь уздечку очень сильно так проходит, но это не важно. Нас сейчас интересует анимация. Кстати, да, стремена встали на место. Это прям... Я боялась, что если я выйду с конюшни, они опять куда-то в пол уйдут. Очень красивая лошадь. Теперь порысим. Я кайфую от того, как новые персонажи двигаются, точнее, ведут себя в седле. В седле. Рысь очень красивая. В принципе, подходит для выездки. Манежный. Ну вот манежный мне вот эта порода единственная вообще не нравится. Это единственная анимация, которая мне них не нравится. Потом галоп и карьер. О, да, вы посмотрите, вот с этим и торможение, вот с таким карьером бегать от волков прям будет вообще самое то. Я, в принципе, для этого его купила, чтобы этот ивент пройти на нем, на этом аккаунте. Давайте еще раз торможение посмотрим. Да, торможение примерно что-то среднее между обычным резким и немножечко проехаться на попе. Вот так вот делает осаживание. Очень удобно будет на выездке отсчитывать шажочки
И, о, какие дикие дыбы. Это, конечно, не мустанг, но очень такие прям мощные, мощные. Вы чувствуете этот дух, этот нрав на этих дыбах. Да, так что лошадь меня очень устраивает на этом аккаунте. Пока что мы не можем посмотреть нашу специальную ходьбу, ради которой я его тоже купила. Мы ее откроем на 7-м уровне. Но учитывая то, что сейчас идет летний вестернский ивент, и опыта нам дают очень-очень много, я уверена, что быстренько его прокачаю. Ну а пока давайте все-таки посмотрим те самые рабочие моменты, ради которых мы и купили лошадку в конюшню Хини Вестлайн. Ну что ж, я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Возможно, оно помогло вам принять решение о покупке данной лошади. Если это так, не забудьте поставить лайк. Ну а также напишите комментарии, если в вашей конюшне уже есть теннисийская порода. И расскажите о вашей лошадке, какой спорт она все-таки предпочитает, какой стиль. Ну и, конечно же, масть. И какая у вас с ним особая история или ассоциация. Но мне лично данный теннисиец очень сильно понравился. Буду думать, для какого же вида спорта покупать его на основе, потому что на двух аккаунтах у меня это больше конкурный и кросс-кантри конь. Здесь же это просто для горных поездок. Да. Так что осталось решить, какой же стиль направления будет для основы. Ну а на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео!